Здравствуйте, мои друзья, здравствуйте, мои подписчики, здравствуйте, зрители. Сегодня у нас 16 августа, и видите, какой прекрасной погодой нас радует природа. Сейчас пойду искупаюсь, занырну в эту прекрасную заводь. И, не знаю, наверное, буду делиться с вами тоже какими-то интересными соображениями и видео, если, конечно, они вам нужны. Честно говоря, сам рад. Сегодня у меня пришла идея написания очередной книги. Сейчас вот я искупаюсь, сяду в тенек, туда вон, наверное, лавочку, и буду писать, начну писать, вернее, свою новую книгу. Друзья мои, в моем профиле есть ссылки на мои книги, так что если вас интересует это, читайте. Оставляйте комментарии.